Только на территории Приволжского федерального округа за последнее время предупредили несколько террористических актов. За всем этим стоит серьезная работа органов Федеральной службы безопасности и внутренних дел. Главное – защитить людей и сохранить их жизни. Сегодня об этом говорили на заседании антитеррористической комиссии. Особую тревогу вызывают места массового нахождения людей. Это предприятия, гостиницы, большие торговые центры. Именно в них должны в первую очередь соблюдаться требования антитеррористической безопасности. Есть списки подобных объектов и графики их проверок. По результатам мониторинга комиссия выявила ряд проблемных помещений, а в перечне их 234. Наибольшую озабоченность вызывает бездеятельность руководителей двух торговых объектов в Урманском районе ИП «Таратин», а также одного объекта в городе Шумерле, ИП «Прохоров», который, несмотря на неоднократное предупреждение, длительное время не оформляет паспорт безопасности. Из 127 гостиниц и иных средств размещения в настоящее время паспортизировано 15. 41 имеет четвертую категорию, которая не требует разработки паспорта безопасности. 7 объектов категорировано, но не оформили паспорта безопасности. 9 средств размещения паспортизированы по иным постановлениям правительства. Такое пренебрежение мерами безопасности недопустимо, сказал Олег Николаев. Нарушители будут привлечены к административной ответственности.